Ученица второй детско-юношеской спортивной школы Елена Муратова стала кандидатом на попадание в олимпийскую сборную. Девушка поборется за медали во фристайле. Пока это единственная представительница республики в российской команде. А вот олимпийскими факелоносцами станут более 20 спортсменов. Мы продолжаем цикл сюжетов о них. Очередной рассказ о титулованной легкоатлетке Елене Николаевой. Карьера воспитанницы Чебоксарской школы спортивной ходьбы сразу же пошла на взлет. Звание мастера спорта ей присвоили уже на первом курсе. А в 1986-м она установила рекорд Советского Союза в спортивной ходьбе на 10 километров. На свое первое большое соревнование Елена отправилась спустя год и заняла 5-е место. На олимпийскую дистанцию Николаева вышла в 92-м году. В Барселоне спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив китаянке всего 1 секунду. Спустя 4 года в Атланте она все-таки стала олимпийской чемпионкой. Кроме олимпийских наград, в ее багаже победы на чемпионатах страны, а также Кубки Европы и мира. Елена Николаева – заслуженный работник физической культуры и спорта, почетный гражданин Чебоксар. Дмитрий Ковалев, Республика.